Поэтому у меня вот накручена уже здесь верхняя часть такая. Здесь уже отходят веточки. Очень аккуратно они в процессе цепляются между собой. Следующая веточка, она прикрепляется. Можно даже вот, наверное, веточку к веточке. Так, вот, допустим, вот одна веточка. Мы к ней берем еще одну веточку, прикручиваем. А если делать дерево из, вот если проволока будет другая вот здесь, то тогда присоединяем ниточками. Мне женщина показывала ниточки. И далее понадобится ткань. Либо, не знаю, как-то она называется, лента. Даже не подскажу. Ну, тоже, в общем, вот для формирования цветов она продается. Те, кто занимаются цветами, делают цветы. Вот она продается в таких магазинах. Я ее не видела. Но, опять же, ее, конечно, покупать нужно. А проще, наверное, обычную ткань, так как все равно оно будет потом закрыто в дальнейшем. Все это будет замазано алебастрой или шпаклевкой, то думаю, что можно и не покупную пользовать. Вот дерево получается. Еще сделаю более вот такую длинную и разветвленную веточку. Вот у меня здесь такая, и возьмем поменьше. Вот. Теперь ее нам нужно присоединить к дереву. Смотрим, куда бы лучше прикрутить. Можно со стороны посмотреть, как будет выглядеть березка. Здесь вот она видновата. Прикручиваем, там уже смотрите на ваше усмотрение, как вы, куда ее. Но все это к основному стволу крепится. Вот у меня получается, что я закручиваю и шевелю ветки, а если ниточками, то там, наверное, попроще будет и уже
Там ниточки все равно, но они помягче. Ну, вот это вот как-то, мне кажется, слишком торчит. Самая большая ветка. Ну, как бы вот так, наверное. И вот все это нужно прикреплять к более толстому стволу, к проволоке. Вот такое деревце. Продолжение чуть позже.